Сразу несколько налоговых льгот утвердили депутаты Ивановской областной думы на внеочередном заседании, поддержав внесение изменений в закон о налоге на имущество организаций. С 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года продлено действие пониженной налоговой ставки для аэропортов. Эта мера будет способствовать увеличению пассажиропотока и грузовых перевозок, расширению экономической активности региона. Также льгота коснется организаций, занимающихся цирковой деятельностью. До 31 декабря 2018 года они все будут освобождены от уплаты налога. Кроме того, в новом году промышленные предприятия освобождаются от уплаты налога на движимое имущество, которое введено с 2014 года. Речь идет именно про новое оборудование, чтобы побудить бизнесменов модернизировать предприятия. На территории Ивановской области создается как раз благоприятный налоговый климат, когда предприятия, которые будут инвестировать в основные средства, они получать будут льготы на территории нашего региона по этому налогу. И это очень важно, потому что, в принципе, мы можем таким образом говорить о том и предлагать другим текстильным предприятиям регистрировать свои юрлица на территории нашего региона, создавать тут новые производства и воспользоваться этой льготой.